Мазнева Ксения из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Я должна отлучиться на несколько минут. Я прошу прощения. Я прошу прощения, коллеги. Выборы на носу. Рейтинга нет. Но это приходится участвовать во всякой такой показухе. Алло. Здравствуйте. Да, Ксюша, привет. Ксюша, насколько я понимаю, ты хочешь потом, может быть, стать журналистом, так? Да, я хочу стать журналистом в будущем, да. Я посмотрела, сколько зарабатывает Соловьёв и Симонян, и решила, да, я хочу стать журналистом. Тебе удобно, комфортно работать с камерами и с текстом. Но да. Вот, наверное, самое главное, ради чего ты это будешь делать? И на каких принципах ты будешь организовывать свою работу? Ну, тут как бы два варианта. Или я честный журналист, и на меня заведут уголовку. Или я не честный журналист, но зато с виллой на озере Кома. Меня больше, ну, всего привлекает вот эта вот, ну, сама работа с людьми на телевидении, чтобы подавать какую-то важную информацию. И это действительно, да, очень важная сфера. Пропаганда в путинской России – это действительно важная сфера. На втором месте после полицейских дубинок. Вот-вот-вот-вот-вот, мы сейчас подходим к самому главному. Ты сейчас правильные слова сказала, ключевые. Подавать важную информацию. Важно правдиво это делать, честно делать, открыто. Ксюше даже самой смешно стало. От слов «честная, прозрачная журналистика». Вот это вот очень важно. Ксюша, я желаю тебе успехов всяческих и в учебе, и в реализации твоих планов, твоей мечты. Уверен, что так оно и будет. Даже не сомневайся, Ксюша. Промывать людям мозги за деньги – этой работой мы тебя обеспечим.